Дорогие друзья, Приморская краевая филармония приглашает вас на большой благотворительный концерт. Средства от продажи билетов будут направлены на приобретение сладостей от приморского кондитера для наших земляков, военнослужащих 5-й армии, участвующих в специальной военной операции, и для жителей города Тореза Донецкой Народной Республики. Объединяя усилия, мы становимся сильнее и ближе. Концертная программа «Легенды русского рока» с участием Тихоокеанского симфонического оркестра состоится 2 июля в Большом зале филармонии. Начало концерта в 18:00.